За каждую ошибку нужно нести ответственность. Этой фразой можно описать сегодняшнее заседание в Народном Хурале по социально-экономическому развитию. В комиссии собрались депутаты Хурала и Горсовета для обсуждения итогов года. Однако вскрылось множество недочетов в работе некоторых ведомств. Вопросы возникли к состоянию новых детских и спортивных площадок и к управляющим компаниям, которые не знают, что такое сроки. Подробнее далее. Деньги закопали, отчитали, все сделали и приняли. Жители вот с такими вопросами, где, куда украли. Все, деньги пошли на ветер. Сегодня на очередном заседании в Народном Хурале речь пошла, как вы уже поняли, о деньгах на благоустройство Улан-Удэ. Депутаты собрались подвести итоги года, но в итоге пришли к обсуждению проблем города. Эти спортивные площадки, футбольные, баскетбольные поля не отвечают размерам, которые положены для этих площадок. Улица Профсоюзная, возле третьей школы. В результате приезжаю, все сделано на зло и во вред. Площадка заужена, длина укорочена. Мы это запротоколируем и направим в мэрию, чтобы в дальнейшем уже, если строятся спортивные сооружения, чтобы они у нас были тоже, все-таки привлекали специалистов, это управление спортом. Досталось и управляшкам, в частности, за плохую работу с подрядчиками. Пример управляющей компании «Импост», которое было доведено до сведения о том, что согласно перечню наказов предусмотрено асфальтирование парковки, устройство детской площадки, поставлены вопросы, доведены суммы и так далее. Но никто ничего делать не стал. Мы столько негатива от жителей, от избирателей получаем о том, что ничего за лето не делается, работы стоят и так далее и тому подобное. То есть, коллеги, здесь тоже нужно нам продумать какой-то регламент. Депутаты пришли к выводу, что в организации и строительстве объектов нет четких правил и регламента. В общем и целом есть над чем поработать. Мы совместно пытаемся, то есть вот у нас решить те вопросы, которые есть, чтобы не было задвоения. Здесь мы вот со своей стороны вот в этом направлении считаем, что депутатский корпус Хурала и депутатский корпус Горсовета совместно они вот эти вопросы решают гораздо эффективнее, гораздо быстрее. Дарья Белева, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.